А вот еще один вариант, 10-й по счету. Меняем модель юбки и получаем совсем другой образ. То же самое изящное боди из тонкого кружева с приятной прозрачностью, а сверху на тонком пояске расходятся красивыми перьями из кружева юбка чуть ниже колена в несколько ярусов. Под этот вариант юбки я положила телесную сеточку. Посмотрите, какой это дает эффект! Она сливается с боди, кружево также выделяется, как и на теле, продолжая эту фактуру. Очень интересно. Образ такой женственный, очень нежный.